Александр Лунёв в профессиональных кругах известен как хитмейкер и композитор. Он работает в разных стилях и направлениях, от классики до поп-музыки, рока и альтернативы. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Дима Билан, Григорий Лепс, Жасмин, Дмитрий Колдун, Анжелика Агурбаш, Басков, Ротару. Александр Лунёв написал музыку к целому ряду песен для этих исполнителей. Большинство стали хитами. Сейчас Александр Лунёв находится в Сочи на отдыхе. Город очень перспективный, отмечает композитор. В будущем он даже планирует открыть здесь продюсерский центр. Я здесь планирую организовать продюсерский центр свой, который будет направлен на то, чтобы могли молодые исполнители, то есть музыкальные люди, как-то реализоваться с моей помощью. Дорога в рай, на самый край. Лунёв сегодня известен и как исполнитель, в том числе и инструментальной музыки. Поэтому не исключено, что Александр Лунёв в скором будущем приедет в Сочи и со своим сольным концертом.